Горестные вопли несчастного щенка раздавались в пустом и замерзающем пригороде. История, которая произошла с доброй девушкой по имени Донна. Запомнится ей на всю оставшуюся жизнь. Она шла по улице, когда внезапно перед поворотом до нее стали доноситься крики о помощи, расторгавшие сердца Донны. Девушка сразу направилась в сторону плача несчастного животного. Оказалось, что на помощь звал замерзающий щенок, который прижался всем телом к столбу и пытался хоть как-то согреться. Донна боялась, что малыш может испугаться ее и убежать. Но вместо этого он стоял на месте и взглядом молил о спасении. На собаке был тесный ошейник, натиравший ему шею. По худому телу щенка было видно, что он давно голодает. Утешает только то, что животное не отморозило себе что-либо. И это было настоящим чудом. Когда пес оказался в теплой машине, он начал благодарно махать хвостиком. Малыш получил кличку Визер. В скором времени его осмотрел доктор, прописавший животному лекарство для быстрого восстановления. Малютке было 7 месяцев. Внимание и уход должны были помочь ему стать большой, здоровой собакой. Спустя некоторое время сотрудники приюта для животных нашли для Визера новую семью, которая подарила ему тепло и любовь. Спасательница Донна может быть уверена, что щенок теперь находится в добрых и заботливых руках. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, узнаете еще много интересного.